Доброго всем! В этом видео речь у нас пойдет немного не по теме. Сегодня расточник у координатно-расточного станка Виталий в очередной раз привезли в ремонт ТНВД от ВА для Audi, Volkswagen, Skoda, Seat. В принципе, это видео не было бы, если бы не всякие мастера, которые при износе гильзпоршня и опережении впрыска ТНВД в грудь себя кулаком не били и не кричали, что в данном случае ничего сделать нельзя и только нужно приобретать новый ТНВД. Однако мы уже много лет без проблем ремонтируем эту проблему. И вообще, где есть хоть какой-то станочный нормальный парк, у прямые руки эту беду преодолеть можно в легкую, избежав дорогостоящей покупки. Итак, есть ТНВД. Это перед вами буковки и циферки этого агрегата. И есть типичная проблема насоса, износ поршня и его посадочного места. В результате такого износа поршенек, перекашиваясь, подклинивает и заклинивает вовсе. Хозяин насоса приобрел новый поршень, вновь таки циферки и буковки перед вами. Посмотрим, каков износ посадочных гильзок поршенька. Для этого возьмем нутромерчик и настроим его на 24 мм по мерной пластине. Или, если правильно называть вещи своими именами, по концевой мере. Диаметр нового поршня 23,99 мм. Зазор в соединении 0,01. То есть гильзы должны быть размером 24 мм. Итак, проводим измерение гильз с обеих сторон. Первая плоскость показала отклонение на 3 соточки от номинала. Ну, с этой стороны не так прям критично, хотя и, конечно, многовато. Переворачиваем, измеряем обратную сторону. И здесь мы видим отклонение в 5, 6 и даже 8 соток. Что ж, ремонтировать будем понятным способом и, естественно, гильзованием, который предполагает предварительную расточку мест под гильзы, затем изготовление самих новых гильз, последующую запрессовку их по своим местам и дальнейшую обработку, то есть проточку под поршень и всякие там фаски, заходные, проходные и так далее. Для удобства восприятия Виталий набрасывает легкий эскиз, обозначает основные диаметры и диаметры занижения. Промеряет глубину и также вносит в эскиз. Высота проточных турок с обеих сторон 20 мм. Точить мы будем 18, остальное оставим под упор. Теперь крепим агрегат на глобусном столе. Пришлось немножко поизвращаться, неудобно душ. Теперь переворачиваем ТНВД в, так скажем, боевое положение. Теперь сделаем промер размеров до окончания отверстия, так как нам нужно будет в новых изготовленных гильзах делать соответствующие проточки под эти отверстия. Выставляем втулки по уровню, делаем это по неработавшему диаметру проточки, проконтролируем полученный уровень по плоскости индикатором часового типа. Виталий ставит делительную головку патрон станка, заряжает резец, выставляет соответственно и его, берет размер и приступает к проточке. За несколько проходов расточник доводит размер отверстия до 26,5 мм. Затем разворачивает насос на другую сторону, также выставляет уровень и здесь. В общем, делает все то, что он делал с той стороны. Проходит резцом и эту сторону также до размера 26,5 мм. Выставляет нутромер на размер 26,5, делает промеры для заказа на изготовление гильз-токаря. Диаметр вышел с одной стороны 26,56 мм, а высота 18,2.
С другой стороны, диаметр составил ровно 26,5 мм. Отметим, где у нас какой размер, маркером, чтобы впоследствии не перепутать. Делаем простенький эскиз для токаря. Указываем диаметр с натягом 5 соток. То есть диаметр 26,56 стал 26,61, а диаметр 26,5 стал 26,55. Передаем заявочку токарю. Он подыскивает нужную по диаметру болванку и приступает к изготовлению. Выполнив все операции и проконтролировав все размеры, готовые гильзы возвращаются расточнику, который зажимает их по одной в тисках и теперь уже будет выполнять проточки под отверстие. Он берет размер штангелем, переносит его на гильзу. Заправляет в патрон соответствующую размеру фрезу. Немногим, конечно же, более, в данном случае 4,5 мм. Прорезает поочередно обе гильзы на требуемый размер. Теперь, чтобы просверлить второе отверстие, токарь делает метки для удобства и сверлит вторые отверстия. Обязательно убирает заусенцы. Смазывает маслом посадочные места в ТНВД и смазывает сами втулки. Ставит гильзу по меткам и при помощи токарных тисков запрессовывает гильзы по своим местам. Вот так это у него получилось. Таким же образом он поступает и со второй гильзы. Как видим, все отверстия у нас совпали. Вновь крепим насос на глобусном столе, а вновь выставляем уровень. И теперь уже резцом, предварительно его выставив, приступает к сверлению. Сделав небольшой проход, остановит сверление и проконтролирует на всякий случай размер. Продолжает сверление. Периодически делая после расточки промеры, оставляет начисто 5 соток. Делает проточки сквозным проходом и в верхней части ТНВД, и в его нижней части. Завершает расточку чистовым проходом. Делает чистовой проход, под который он оставил 5 соток, за 2 раза. Проходит 2,5 сотки. Контролирует полученный результат. Ну, так и есть, остается пройти еще 2,5 сотки до идеала. Что, собственно, Виталий, конечно же, и делает. Вновь контроль на линии. Все нормально. Когда мы убедились, что все в порядке, Виталий распакует новый поршенек и проверит, как он будет ходить в посадочном месте.
поршень под своим весом опускается, значит все в порядке. Теперь Виталий делает потай с занижением, диаметр которого 24,5 мм, а высота 2,2 мм. В финале всех работ Виталий, конечно же, делает фасочку. Эту операцию он, естественно, делает с обеих сторон. И по итогу вот такая красота у Виталия получилась. Он обязательно традиционно контролирует выполненную работу. Как видим, поршень ходит отлично. Мы выполнили ту работу, которую требовал от нас клиент. Ну а на этом все. Оставляйте комментарии, кидайте донат, задавайте вопросы, обязательно ответим. И без аварийных вам поездок.